Да, Денис Неделька. Денис, такие кардинальные перемены после СРРК, что ли? Ну да, что-то. Вратари не ловят ничего, вон у Ромки спросите. Пришлось меняться уже, ну что, как-то же надо спасать команду. Роман! Погола, 4 передачи. О, пойдет. Да вот, не справляются нападающие. Новым годом! Что за раскрас такой? Котик, раскрас на котик. Абай, ты сменила плат? Да, да. Что случилось? Ничего, взрываю тренировку. Я пошел. Капитан команды Александр Пелевин. Микрофон надо было надеть. Саша, ну тут без микрофона слышно. Ну как тебе в воротах? Очень хорошая позиция, я считаю. Удачная, стоишь на месте. Чух-чух-чух. Все ловишь. А кого это? Сколько пропустил сегодня? Ну, прошел час, три шайбы за час, считаю. Для второго раза нормально. От Ромы Калмыкова небось одна? А? Одна от Ромы Калмыкова небось? Нет, Логвин забивает, ну, хорошо. Ну здесь, конечно, да, здесь не поспоришь. Как настроение? Стас Александров еще. Артем, ну что? Поздравляю всех с Новым годом от Коляна и Санечки и всего Навада. Всех выступающих. Тема, ну ты что, как ты будешь теперь играть-то без напарника-то в обороне? Ну, время будет все погрустить. Ничего страшного. Думаю, он вернется в наши ряды обороны. Сколько пропустил? 10. Ой, смотрите, кто это у нас? А, Джалаладин Амирбеков. Джел, а что случилось? Что, в поле тебя уже поставили играть? Да, что-то я не нужен к воротам, поэтому отправили помогать полевым. Будешь? У меня, на самом деле, это шутка. У нас уже новогоднее настроение у всех. Поиграем, пока не оставим.